Привет, привет, привет! С вами Роджан, и сегодня мы будем продолжать проходить Age of Empires. Как же я давно в эту игру не играл, и миссия у нас называется «Пиратская помощь». Я думаю, здесь нечего объяснять, кроме того, что нужно посмотреть предыдущие серии, чтобы понимать, что происходит здесь. Ну, поехали, слушаем. Morgan set sail for Florida, but he hadn't counted on the hurricane. It was like no storm the Knights had ever seen. It swept across the Caribbean with a vengeance, leaving fragile colonies in ruins. It'll have to be in dry dock for quite a while before it's seaworthy again. Not good enough. We need to sail right away. If you try to get to Florida in that, you'll be swimming the last 100 miles. Consider yourself lucky you made it to port at all in a hurricane. Speaking of hurricanes... Well, well, Morgan Black. So, the new world hasn't killed you off yet. What's this I hear about Florida? Nothing that need concern you. Oh, come now. You sent my best ships to the bottom. The least you owe me is a little civility. Are you going after the treasure fleet? Aye, we're going after the Spanish, but we don't want their gold. If you take us to Florida, it's yours. I like the idea of your knights keeping the Spaniards busy while I make off with the plunder. I really do. But I'm not sure you're up to the task. And you are? Those pirates of yours are too scruffy and underfed to stand toe-to-toe with an army of conquistadors. Point taken. But still... I don't make a habit of sailing with knights. Perhaps I'll let you and your men come along with me, but you'll have to prove yourself first. Знаете, чем классно играть в оригинал? Когда ты слушаешь оригинальную озвучку и все остальное. Тем, что ты можешь услышать даже интонацию, с которой вообще сказаны слова. И здесь интонация такая, знаете, была игривая. Если вы понимаете, о чем я. Prove yourself worthy to sail with me before I leave, and I'll take you to Florida. Making a name for myself on these islands should impress Lizzie. I'll have to find ways to improve my reputation. The hurricane has put us so far off course, we won't be getting any shipments from Malta. В общем, я уже толком не успею вам не дать послушать ни еще что-то. Нам нужно накопить 8000 опыта. Опыт мы будем копить постепенно. Естественно, я буду стараться проходить здесь все-все-все возможные миссионные задания, скажем так, квесты, чтобы это было прикольно. Как получится, так и получится. На данный момент времени я не понимаю, откуда мы будем брать крестьян. Вообще не понимаю. Ну, давайте посмотрим. Отобьем вот... А, все. Вопросов нет. Вопросы у меня сразу же закончились. Наверное, надо бы чуть-чуть крестьян сейчас распределить. Давайте я этим займусь пока. Немножечко поговорим о Лизе. Которая, блин, у нее реально был, знаете, такой... такая игривая, скажем так, манера. И это немножечко, скажем так, или подкупает, или настораживает. Что-то тут не так. Что-то тут не так. Но это классно прочувствовано в оригинале. В это время я попытался отстроить чуть-чуть хижин, но, понятное дело, нам же нужно развивать крестьян. Я здесь умею только в крестьян играть, в принципе-то. Поэтому мы делаем крестьян, мы делаем там еду, переводим всех крестьян на еду. Вот это вот все дело, строим дома, туда-сюда. В это время исследуем карту. Что нам здесь нужно? Селекция. Селекция нам нафиг не нужна. Не будем мы производить овец, будем, наверное, еду делать... Native, ну или же, которая лежит на карте. То есть, ну скажем так, животные, которые вот есть на карте. Мы не будем там своих животных выращивать специально для того, чтобы делать что-то там. Я думаю, рассказывать все, что я тут делаю, не надо. Думаю, тот, кто играл в эту игру, ну или хотя бы смотрел чуть-чуть ее, понимает вообще, что здесь происходит. Поэтому мы здесь постепенно просто будем выкапливать войска и чистить остров, я так понимаю. Ну и проходить квесты, это понятно. У нас есть время, у нас есть опыт за, скажем так, определенное количество... Ну, за построение зданий, за найм воинов, за найм крестьян, вообще за найм юнитов. За убийство юнитов, за прохождение миссий, за много чего другого дают опыт. Даже просто вот если вы сидите
и ничего не делаете, вам все равно дает опыт. Следовательно, его нужно просто накопить достаточно большое количество, чтобы у нас все было нормально. Ну и здесь в это время нанимаем крестьян. Потому что, ну а как еще в эту игру играть по-другому, если ты не делаешь рабов себе? Как можно больше рабов надо делать? Лимит у нас 70, нормально. Так что имеем право. Так, давайте, наверное, поставим сюда трекинг. Ну, вейпоинт наш. Да. Фига себе, Морган там раскрутился. Хорошо. Возьмем древесину. Мало, но пойдет. Вообще, даже опыт там получился, не древесина. Я просто прочитал дерево, но думаю, ладно. Думаю, дерево будет, все дела. А там опыт оказался. Чего страшного. Приведем крестьян сюда, сделаем улучшения по крестьянам все, которые только вообще возможны были. И будем наниматься, скорее всего, стрелковые войска. Плюс дополнительно я еще подумываю над наймом рыцарей. Ну, то есть, в нашем случае это, господа, гусары. Я тут чуть-чуть уже просто привык к стронгхолдовскому, скажем так, поэтому буду иногда называть по стронгхолдовскому. Церковь дает опыт. Вкусненько. Я лично не знал. Это вот эти вот все новые обновления, там бла-бла-бла. Я же не играл в дополнение, поэтому. Ну, точнее, не так много играл в дополнение, чтобы прям можно было сказать, что я все понимаю. Тут все поменялось. Глобальненько так. Ну как, давно поменялось, понятное дело. Очень давно. Так, крестьянкой построю, пожалуй, себе конюшню. Так, что тут еще можно сделать? Вот этот вот у нас стоит, значит, мы его отправим на руду. Здесь у нас вроде все в развитии. Сюда поставим вейпоинт на крестьян. Здесь крестьян давайте переведем. Чтобы у нас крестьяне рубили тот рудник в это время. В этот рудник приходили все остальные. Морган сюда. Опачки, атака. Так, насколько я понимаю, значит, атаки будут идти постоянно на нас. Следовательно, на этой миссии рассчитано. То есть мы постепенно так будем отражать атаки. Морган там нормально раскручивается, кстати говоря. Постепенно будем отражать атаки. Тем самым будем получать опыт. То есть, насколько я понимаю, можно даже без вот этого вот всего сидеть. Ну, то есть без выполнения квестов спокойненько накопить будет 8000. Ну, я, конечно, попытаюсь какие-нибудь квесты выполнить. Мне даже интересно, можно ли вообще здесь квестами... Ну, как быстрее, квестами или вот так вот сидеть, как дебил, развиваться. Скорее всего, квестами будет быстрее. Но хочется и поразвиваться, как дебил, правильно? Более не знаете, что здесь будет на этой миссии. Считайте, играю так, как я не знаю, что вообще на ней будет происходить. Именно поэтому я не знаю даже, как ее правильно проходить. Оптимально, если быть точным. Наймем гусар себе чуть-чуть. Опачки, пацаны. Давайте мы, наверное, пока подождем. Раз они на нас не нападают, значит и мы на них нападать не будем. Это же ведь круто! Понимаете, когда на вас не нападают, вы можете просто встать и нифига не делать. А когда на вас будет нападать, вот тогда уже думать. Сейчас мы подберем войска. Очень много, кстати, потратили. У нас крестьяне очень далеко отбегают от замка достаточно. Там нигде больше индюшек нету. Вот они, индюшки, кстати говоря. Мы пока переводим крестьян сюда, нам здесь... Не надо ничего, кроме руды. Так, ну давайте попробуем. Вроде как мы с 5 гусарами нормально разделаемся с этими со всеми господами. Правильно? Ну, карибы от гусаров очень хорошо отлетают. Я вот, правда, не знаю, насколько ли они хорошо убивают гусаров. Вот это вот проблематично. Но судя по тому, что у меня гусары не особо сильно отлетают, не особо сильно они, видимо, и убивают. Но это в маленьком количестве. Значит, мне придется нанимать гусаров, видимо... максимальное количество. То есть, чем больше я найму гусаров, тем лучше. Я думаю, артиллерия фандрии здесь строить не стоит вообще. Это наша артиллерийская, скажем так, построечка. Мы ее не будем строить, потому что здесь некого нанимать, в принципе. Ну, пушки здесь построить нельзя, понятное дело, но всего лишь эпоха 2. Так что все это полная фигня. Овечки готовы, значит, надо на овечек кого-то переводить. Давайте сейчас попробуем что-то с крестьянами сделать. Овечек мы распределим. Мы сейчас будем... Тихо, смотрите. Мы сейчас будем показывать чудеса просто микроконтроля. Сейчас мы, в общем, овечек, смотрите. Берем одну овечку, разрубаем. Ставим всех овечек подаль, крестьянь Сэм будет отходить. Вообще, конечно, в идеале чудеса микроконтроля, знаете, как было показывать?
его. Ну, типа, я не знаю, сработает ли это так или не сработает, но можно попробовать было бы через shift. Ну, то есть, знаете, типа, одну овечку поставили через shift, да? Все ее собирают. Вторую овечку через shift тоже. Третью овечку через shift. Просто я не знаю, будут ли крестьяне разбивать всех остальных овечек. Ну, типа, знаете, как мест не хватает, там, например, 8, да? И овечка куда-нибудь зашла. Да, вы ее можете, конечно, поставить, все дела. Но все равно, понимаете, 8 крестьян, они могут, типа, подойти. Может быть, там 6 каких-нибудь будут убивать, а 2, ну, двое крестьян куда-нибудь пойдут. Я уже в это время нападаю. Ничего страшного, что я тут говорю. Вот как бы я не знаю, будет ли это нормально работать. Вот это вот чисто чудеса микроконтроля. Смотрите, как Морган охренительно разбивает. Нам нужно Морганом, главное, подходить такую мясню прям жесткую и в жестком замесе долбануть его способностью, потому что АОЕшечка у него лютая и бешеная. А, конечно, крестьяне. Это я, видимо, ошибся. Это, видимо, не через шифт. Это, видимо, через вот эту вот фигню. Так, работай. Ну, черт с ним. Ладно. Будем делать так, потому что другого у нас особо сильно выбора нет. Нам нужно очень много еды, гусары, потому что еды стоят. Я плюс дополнительно хочу еще крестьян поперевести сюда, чтобы все было нормально. Поставим овечек, правильно? Надо поставим овечек. Микроконтроль мы не будем показывать. Мы будем показывать микроконтроль отводом овечек, чтобы это было красиво. Ну, хоть что-то будем делать в этой миссии, потому что все равно надо ждать. И идем Морганом. Способностей нет, ну и пофиг. Главное зайти поближе к вот этим вот карибам. Способности обидно, что нет. Все равно способность откадешилась. Типа мы сейчас спокойненько подходим к карибам сзади. Если у Моргана все будет нормально, он сейчас звезданет просто по ним. Ой, нормальненько звезданул. Нужно было, наверное, его даже чуть поближе подвести. Но это уже моя ошибка. Построим торговые пути. Плюс дополнительно у нас вот они пацаны появились. Тут еще ребятки появились. Понятненько. Стен переведем сюда. Поделаем еду. Давайте разобьем здесь. Можно даже, наверное, было бы поделить их напополам, правильно? Да, можно было бы поделить напополам. Давайте так и сделаем. Идите сюда. Все, эти ребятки у нас идут вот сюда, вот на золотой рудник. Там было серебро или платина. По-моему, серебро. This native boy next to me needs safe passage back to his family on that nearby island. Опача, опача. Лизок. Лизок решила устроить нам еще квест с мальчиком. Давайте этого мальчика все-таки перевезем. Ну, раз уж я сказал, что квест буду проходить, давайте мальчика перевезем. Хочу попробовать этот квест пройти. Так, только нам теперь надо найти возможность. Собрать, во-первых, войска и найти возможность. Где мне можно построить лодочку? Так, у меня... Дерево не надо. Лизок отплывает через 10 минут. Так, а где верфь? Стоп, секунду, я все равно не могу найти верфь. Где верфь? Подождите, а где серьезно верфь? Я просто не могу ее найти. Как нам переплыть на ту сторону? Так, секунду. Давайте пойдем вниз. Может быть, где-то здесь кого-то надо убить и сработает сценарий открытия верфи. Может быть, это так работает? Давайте попробуем. Но надо снизу чисто отвоевать так, чтобы там 100% кто-нибудь будет. Это гарантия. О, я вспомнил. Отличненько. Блин, ну ладно, фиг с ним. Вспомнил, не вспомнил, снизу, значит, не пойдем никуда. Все, забили. Можно пользоваться вот этими лодочками, просто я не знал, что можно пользоваться рыбацкими лодками. Я знаю эту механику, что можно пользоваться лодками союзников, но рыбацкими, чтобы в них можно было садиться, и при этом посмотрите, сколько сейчас там юнитов залезет, вот он, мальчишка. Посмотрите, сколько юнитов сейчас сюда залезет. Охренеть. Не-не-не, на ту лодку не пойдем. Не-не-не, они что-то пошли в ту сторону. 10 юнитов. Вы что, долбанулись, что ли, в рыбацкой лодке? Ну, представьте себе, вот в этой вот лодочке 10 юнитов на конях плывет. Это прикольно, конечно, но, блин. Так это работает. Так, сюда крестьян перешлем. И что у нас тут еще есть? Сюда крестьян. К эти ребятками сюда. Хорошо, что Морганом сюда не пошел, потому что Морган упал бы, или мальчишка этот упал бы. Это было бы не очень приятно. Сейчас как раз таки вот этих карибов поперебьем. Хорошо. Есть тут еще кто-нибудь? Надо крестьян проконтролить. Так, вот этой лодочкой давайте тоже переплывем сюда уже наконец.
Yes. Имя. Yes. Команда. Yes. Сюда, yes. Здесь Пунта. У нас можно Пунта. Сюда пойти. Пунта. Крестьяне как-то очень Пунта. Подтупливают. Ну, наверное, я подтупливаю, а не крестьяне. Опачки, это чуваки. Ну, у нас тут есть защита, как бы. Чуваки нас не убьют. Все будет нормально. Так, сюда, значит, конница. Сюда идем. Отводить мальчугана. И построим как раз Морганом дополнительно еще одну заставу. Так, эти ребятки выглядят слабо. Давайте попробуем их убить. Они просто пахнут слабостью. Так, здесь у нас все нормально? Да, у нас здесь все нормально. Это кто такие вообще? Так, слабостью здесь пахну только я, поэтому попробуем убить пушки. Если получится, если не получится, то и фиг с ним. Всеми. Не, всеми не будем. Не будем мы всеми, не будем. Это полная фигня. Семиола, да? Это, по-моему, Семиола? Да, это Семиола лучники, все правильно. Так, местный юноша, куда тебя нужно отвезти? Я что-то вообще не понимаю, потому что я тебя отвел куда надо, но почему-то у меня миссия не выполнена. То есть скрипт не выполнился, не сработал. Значит, как-то нужно найти место, где он срабатывает, правильно? Потому что я что-то вообще не могу сосать. Что происходит? Так, здесь у нас ребятки отбили, здесь у нас арбалет остался. Все вроде великолепно. Хочу подкопить чуть-чуть воинам для того, чтобы там вынести тех пацанов с пушками. Потому что это какая-то полная фигня. Лажа. Крестьянами пойдем сюда. Добываться, правильно? Я думаю, нормальненько. Так, и здесь у нас все хорошо. Хорошо, давайте, Семиолов. Будем нанимать или не будем? Закупим туда мясо для того, чтобы нанять семиолов. Я думаю, это будет правильно. Семиолов чуть-чуть наймем. Посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь очень много крестьян. Снова пойдем добывать пищу. Может, перекинуть чуть-чуть крестьян. Потому что... Да, давайте перекинем. Так, здесь мы нанимаем всех. Сюда пересаживаем ребяток. В эту вот лодочку. Да, хорошо, что не на тот бок нам нужно идти. Не на тот берег. Это вообще прекрасно. Так, а здесь у нас что? Давайте мясо сделаем, чтобы приходило. Так, а здесь у нас... Кстати, мы уже почти выполнили миссию. Я тут вижу 7200. Я, наверное, хочу поиграть чуть подольше. Поэтому я сделал мясо. Ну, из-за того, что опыт там, все дела. Но я просто хочу вот это вот... Что там на острове? Вот эти вот пахнущие слабостью чувачки меня убили. Я хочу показать им, что они действительно пахнут слабостью. А не вот это вот то, что я взял, отступил. А может быть, не стоит, чтобы я их не убью. Давайте, ладно, я поставлю на всякий случай опыт. Типа, я не буду ничего такого. Это вот сейчас вот я вам объясняю, я уже все сделал, на самом деле. Просто опыт поставлю, что я подумал, что мало ли что. Мальчика нужно отвезти. Я не понимаю, почему мальчик не срабатывает. Опачки. Нифига себе. Ладно, на тех мы уже не пойдем нападать. Нифига себе здесь на самом деле. Вот этих... Ну давайте вот этими гусарами нападем здесь. Будем вот тут отбиваться. Может быть, тут будет нормально все. Мясо поставлю на всякий случай. Но все равно опыт у меня накопится с вероятностью почти в 100%. Блин, у меня здесь пацаны есть. Здесь пацаны есть. Давайте конницу убьем быстро пушкой, для того, чтобы у нас проблем не было. Морганом здесь отработаем. Получится мне Морганом отработать или нет? Морган вон он. Ну, как бы он очень хреново отрабатывает. Кое-как там получилось. Более-менее. Все, пацаны, вы пахнете слабостью официально. Идите Моргана к Лизе, пока она не отправилась в плавание. А, миссия не заканчивается, прекрасно. Так мы еще можем посражаться, значит, здесь. Почему бы и нет? Я все еще хочу отвезти мальчика. Какого хрена этот мальчик у меня просто... Ну вот он, возле лагеря стоит. Где мне тебя нужно разместить, чтобы ты, типа, вот... Чтобы выполнить миссию. Куда мне тебя надо? К Семёлам отвезти? Нет, это так не работает. Не, да ладно, его нужно было сюда к вот этим трем мускулистым мужчинам отвезти. Да вы издеваетесь, серьезно? I have not seen this young warrior since he was very small. Since you have helped my people, I will help you. В это время конница убила всех. South of here, men with large guns have taken a sacred artifact. Retrieve it, and the Caribs will not attack your village again. Люди с большими ружьями, но пахнущие слабостью. Семиолов отдал нам, да? Под контроль. Да они типа пососали. И мы победили.
Ну, в общем, на самом деле фишка с артефактом полное говно, я успел проверить. Потому что, блин, этот артефакт типа нам мешает вообще по прохождению. Вот в чем прикол. Вы вроде как, ну, проходите, все у вас нормально, все у вас хорошо, и вдруг ни с того ни сего бам, и все, возникают проблемы, так как у нас просто не идут пацаны больше. То есть на нас не идут атаки, у нас меньше опыта. Из-за этого добывается. В общем, спасибо за просмотр, с вами был Роджин. Ну и, ребят, до следующей серии. Это было достаточно легко.